Один из немногих дней в году, когда центральные улицы города перекрыты для автомобилей и переполнены людьми. Дождливая погода не испортила настроение анапчанам, которые с цветами, воздушными шарами и флагами вышли на первомайскую демонстрацию. В шествии приняли участие более 7 тысяч человек. Еще 3 тысячи жителей и гостей стали зрителями. Открывали шествие ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Совета, почетные граждане Анапы. Праздничные колонны прошли по центральной улице города Крымска до Театральной площади, где всех приветствовали глава Анапы Сергей Сергеев, депутат и на самых почетных местах ветераны войны и труда. 1 мая – это праздник труда. Это очень важный праздник. Мои родители ходили на 1 мая, я с ними. Сейчас от колледжа хожу. Мне кажется, все люди должны ходить на 1 мая. Мы сейчас шли в колонне и пели песни «Я люблю тебя, жизнь». И это самое главное. 1 мая – праздник, это такая сплоченность, такая жизнерадостность, весна. Это удача просто. Мир, труд, май. Прошествовали сотрудники санаторно-курортного комплекса, транспортных и потребительских отраслей, спортсмены, студенты, школьники, представители общественных организаций и политических партий. Мэр города Сергей Сергеев назвал коллективы 4-я общеобразовательная школа, спортивная школа номер 4, санаторий Анапа, Анапа-водоканал одними из лучших. Но были и такие, кто формально подошел к участию в празднике. Из 600 воспитанников 10-й спортивной школы на демонстрацию вышли всего 20 человек. Колонну не оформили. Такое отношение руководства всех удивило. Учитывая, сколько средств и сил вложено в развитие учреждения. Закрыли шествие творческие колонны, ансамбли, танцевальные коллективы и деятели культуры. Все, чья работа – это создание хорошего настроения анапчанам и гостям курорта. Самая многочисленная и красочная колонна задержалась у сцены с массовым представлением.